Привет, ребята! Доброго дня! Перед нами обычная простейшая серия дома P49, девятиэтажка. Но вот если последний, третий, четвертый подъезд там как подъезды обычные, то вот второй подъезд. Посмотрите, что это. Ха. Все, не войти. И там продление забора идет. Тут он заканчивается. Как вы думаете, что это значит? Вы посмотрите, что стоит у первой парадной. Как бы обычная серия. И вот. Да, тут необычное просто явление увидел. Подъезды огорожены. А так, в принципе, ничего. Ясно. А сколько лет тут, кстати, уже вот такая вот пропускная? Это пропускная система ведь, да? Да. Понятно. Так что вот, ребятки. Вот. В первый-второй подъезд никак не войти.